Чемпионами в своих возрастных и весовых категориях кумите стали Альберт Осляков и Артем Адылшин. Артем Адылшин стал чемпионом первенства по ката. Сразу 4 спортсмена Нефтекамской федерации карате киокусинкай завоевали серебро и 2 бронзу. По итогам соревнований в общекомандном зачете команда сборной нашего города под руководством тренера Андриана Адылшина заняла 2-е место.